Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжение рассказа о путешествии на Кавказ, о Дагестане. Я расскажу про селение Гамсутль, которое находится в Гунибском районе, примерно 10-15 километров от Гуниба. Это небольшое горное селение. Название Гамсутль означает «ханская крепость». Поэтому, предположительно, когда-то в этом месте находилось фортификационное сооружение. И действительно, лучшее место для постройки крепости, чем на вот этом вот горном отроге, придумать невозможно. В настоящий момент в нем не живет ни одного жителя, но исторически это одно из старейших населенных мест в Дагестане и на Кавказе. Археологические находки говорят о том, что люди селились на территории Гамсутля на протяжении последних 2000 лет. В 20 веке это было село Гунибского района. В нем была вся инфраструктура, медпункт, почта. До Гамсутля вела сносная автомобильная дорога. Потом население стало сокращаться, люди стали уезжать в другие места. Село запустело, но является туристическим местом, потому что оно чрезвычайно живописно. Мне напомнило оно Мачу-Пикчу, или даже вернее Вайна-Пикчу, а также пещерный город Цапаранг в Буге в Тибете. Последний житель Гамсутля, пчеловод, умер в 2015 году. Больше рассказывать об этом месте особенно нечего, поэтому предлагаю вам прогуляться вместе со мной по его пустым заброшенным улочкам, зайти в дома, посмотреть по сторонам. Я когда сюда ехал, подвозил женщину, она родом отсюда. Недавно, говорит, умер последний житель.
помещение для скота. Наверное, вот дом последнего жителя Камсутля. Тут еще более-менее следы жизни сохранились. Говорят, его нашли мертвым здесь. Он был старый, жил один. Разводил пчел и однажды умер. Вот его предметы. Что это? Улей. Странная липутская мебель. Еще помещение. Везде спинки открывать. Сетки. Непонятно, где один дом заканчивается, где начинается другой. Крыша из веток. Да. Неплохо тут было. Когда была тут жизнь. Одежда сушилась. Мумифицировалась.
Отдельные плиты жителей Донсуки. С дороги Донсуки. Вот он. Вот в тех домах его. По пути из Гамсутля в Гунип я заехал в селение Чох. Чох не менее живописное место. В нем до сих пор живут жители, довольно густо населенные. Надеюсь, его не постигнет судьба Гамсутля. Если вам известны какие-то интересные факты из прошлого или настоящего в Гамсутле, пожалуйста, напишите в комментариях. Спасибо всем, кто смотрел. Всем удачи, подписывайтесь на канал. Скоро здесь будет еще больше интересного. Пока.